Всем привет, друзья, с вами Джонни, и это 11-я серия нашего пути до сета аксессуаров за 25 тысяч АЗ коинов. Прямо сейчас поддержите данный ролик лайком, ну и вначале небольшая реклама. Реально советую глянуть канал этих ребят, ведь они очень стараются, поэтому ссылочку я оставлю в описании. Ну а мы начинаем. Не забываем проверять нашу майнинг-ферму и видим, что все видеокарты находятся на паузе. Прямо сейчас я буду все это собирать. Кстати, на руках у меня, если что, 166 миллионов. Ну а в инвентаре уже целых 702 биткоина, которые я также не тороплюсь обменивать, ибо курс на данный момент не самый подходящий. Отправляюсь в банк и снимаю со своего счета 1 242 тысячи, который капнул мне за счет того, что я находился в организации, ну а также снимаем с депозита примерно 12 миллионов. И, друзья, как я уже и говорил, если у вас есть лишние деньги и вы не знаете, куда их деть, при этом у вас не вкачанный депозит, то обязательно пополняйте себе фулловый депозит, ибо на X4 акциях вы сможете просто лутать неплохие деньги. После этого я отправился на спавн самых высоких левелов на Аризоне, а именно в Форт Карсоне. Вы, наверное, уже знаете, что здесь есть новый квестовый персонаж по имени Мартин. Конечно, задания у него не сказать, что прям самые интересные, но в любом случае я решил, почему бы мне их не пройти. И тут выдается ошибка: сначала нужно выполнить задание у Джона. Я могу и ошибаться, но я помню, что год назад, когда я только начинал играть на этом аккаунте, я выполнил все задания у Джона. В любом случае, давайте отправимся к Джону и проверим, какое же задание мне осталось выполнить. Да, как я и говорил, все задания я выполнил. Здесь добавили еще одно задание для того, чтобы нас познакомить с Мартином. Ну что ж, друзья, вернулся я обратно к Мартину. И его первое задание заключается в том, что нам нужно отправиться в кинотеатр и купить там билет на понравившийся фильм. Также пишется о том, что его нужно посмотреть, но мне кажется, это лишнее. Долетел я, в общем-то, на своем Маверике до того самого кинотеатра Arizona Max. Залетаем внутрь и подходим к кассе, где и приобретаем свободный билетик. Из фильмов у нас всего лишь один, а именно «Маленький вампир». Также выбираем здесь любой рандомный место. И после того, как мы купили билет, задание было выполнено. Как я и говорил, не обязательно его смотреть. Возвращаемся обратно к Мартину и забираем нашу награду. Следующее задание заключается в том, что нам нужно отправиться в бизнес конные ставки и выиграть там 5 игр. И на самом деле, друзья, это задание я выполнял очень долго. Поэтому давайте сначала мы отправимся на PUBG. На PUBG я, кстати, тоже давно не был. И я удивлен, что в начале у нас уже 30 в живых. Уже в самом начале мне удается найти шотган, но в какой-то момент кто-то начинает в меня палить в спину. У игрока была снайперская винтовка, поэтому он оставил мне буквально процентов 30 хп. Также он снес с меня полностью весь бронежилет, и я уже честно не знал, что можно здесь сделать. Пришлось надеяться только на удачу и, возможно, на то, что игрок просто отступит. По итогу я пополнил свое здоровье, после чего решил изменить локацию. Я нахожу рифлу, а также патроны к ней, и по сути уже можно выходить на улицу гораздо смелее. В живых у нас 18 игроков, а я в определенный момент нахожу снайперскую винтовку, и это именно то, что мне не хватало. После этого я нашел такой вот ничем не примеченный куст и решил просто в него засесть. Где-то вдали я замечаю какую-то маленькую букашку, и скорее всего это один из участников PUBG. Ну и пока он меня не видит, предлагаю засадить ему две пули в спину. Ну и все, игрок просто упал. В живых, если что, у нас осталось 6 игроков. И было бы реально неплохо, если мы возьмем хотя бы топ-3. В конечном итоге, когда зона начала сужаться до ее минимального значения, я решил побежать в центр. В живых у нас прямо сейчас 4 игрока, и буквально одно убийство отделяет меня от призов 500 АЗ коинов.
В какой-то момент какой-то игрок на машине. Я уверен, что он 100% меня заметил, пока проезжал рядом со мною. И да, вы только посмотрите, он выходит также со снайперской винтовкой. Так как у меня нету Desert Eagle, а есть снопа, ну а также шотган, я даже не знаю, как лучше всего будет сделать. Можно попробовать прямо сейчас украсть его автомобиль и передвигаться уже на нем. И вы только посмотрите, тот самый игрок залез также в машину, но я его выкинул. На протяжении где-то нескольких минут мы играли в кошки-мышки, но по итогу из-за отсутствия Desert Eagle я все же занял 4-е место, при этом заработал 3625 БП-коинов. Как вы поняли, далее я отправился выполнять то самое задание от Мартина, где нужно было ставить ставочки на конные забеги, и это очень нудное и тупое задание. Дам вам небольшой совет, которым пользовался лично я. Если побеждает, например, красный конь, то есть вероятность, что в следующем забеге он также победит. Короче, это задание я выполнил, отправляемся к Мартину и забираем нашу награду. Также я подумал, почему бы сейчас не поучаствовать в слете. Летает домик прям рядом со мной, но я десантировался буквально на 1 метр вперед и, в общем-то, попал за этим зданием. Ну а дальше уже никак не пробраться обратно, поэтому дом я просрал. Также прямо сейчас сдаю свой кастомный самолет на 2 часа, получаю за это 2 миллиона 700 тысяч, ну а также за 100 тысяч даю свой скейт. Также, друзья, не буду забывать забирать свои ларцы организации, ибо я уже довольно долгое время состою в рифе. За что, кстати, получил 6 ларцов организации. Возвращаемся к заданиям от Мартина. Его следующее задание заключается в том, что нам нужно поставить и выиграть 3 ставки в букмекерской конторе. Отправляемся туда на моем Bugatti Болид. И здесь давайте просто поставим максимальное количество ставок на самые низкие коэффициенты, ибо по-любому 3 ставки из 10 точно должны зайти. По итогу как-то так выглядит список моих личных ставок. Спустя несколько часов были сыграны не все игры, поэтому мы забираем только 2 победы. На часах у нас 3 ночи, слетает у нас домик непонятно где, ну а я на своем кастомном самолете уже лечу прямо к нему. На карте вижу еще одного игрока, который летит на Маверике, но против самолета у него, понятное дело, нет никаких шансов. Я уже вижу метку этого домика, осталось просто ввести капчу, и можете меня поздравить, дом был успешно словлен. На следующий день я, понятное дело, решил проверить шкаф, и, по-моему, с одним из последних обновлений, теперь после слета дома его шкаф также обнуляется, выставляя его на аукцион за 5 миллионов, и остается просто ждать. Возвращаюсь обратно в букмекерскую контору, и, в общем-то, видим следующую картину. 4 ставки у нас зашли, этого нам, по сути, достаточно. Задание было выполнено, поэтому возвращаемся к Мартину и забираем награду. Также, друзья, за эти пару дней, что у нас снова было X4, на депозите я нафармил плюс-минус лишние 30 миллионов, а также из зарплаты организации где-то 12 миллионов. И после того, как я их снял, на руках у меня уже целых 212 миллионов. И я думаю, что уже в следующей серии можно будет приобрести осколки руки бесконечности. Тем самым одна из наших целей будет выполнена. Ну и также, друзья, вот он, победитель на розыгрыш из прошлой серии. Отпиши мне ВКонтакте, чтобы забрать свой приз. Ну а сегодня давайте разыграем вот этот вот предмет. Условия, как всегда, простые. Достаточно просто поставить лайк, подписаться на канал, в комментариях написать свой никнейм, неважно на каком сервере вы играете, и еще что-то касаемо данного видеоролика. Напоминаю, что можете писать хоть и 10 комментариев. С вами был Джонни Стар. Всем до скорого!